В 9 серии комедийного сериала «Ивановы, Ивановы» Иван узнает, что Данила никогда не целовался с девушкой и решает исправить данную столь сложную ситуацию. В это время Полина подкидывает Даниле книгу об отношениях с женским полом. Леша – средство защиты, одет в старые игральные карты с обнаженными женщинами. Иван и Данила научились пользоваться тем, что у них четверо родителей. Чтобы восстановить контроль над детьми, взрослые назначают ответственного за воспитание подростков. Тем временем Антон лишается водительских прав и нехотя нанимает себе водителя Лешу.